Всем доброго, здоровья и приятного аппетита. Сейчас скушает с вами Юля Мишка. Всем привет. Ну что, мы вернулись. Смотрите, в какую игру. Это же Dear Simulator. Да, ух ты, ёх ты. В общем, у нас релиз игры. Она вышла на многих платформах. Nintendo Switch, PlayStation, наверное, Xbox. Теперь можно создать себя. Мужчина, лицо. Ух, ёх ты, жесть какая ширина. Тут. Мне нравится. Так, вот, замечательно. Короче, сейчас можно на 100 лет что-нибудь засесть. Мы насоздаем. Так, угол носа, отличный размер, шикарно, отлично, отлично. Сейчас я насоздаю. Сейчас Миша свой автопортрет создаст. Смотри, какой быстрый будет. Шикарно, блеск, красота. Красивый мужчина. Так, Аполлон. Но все-таки форму глаз я сделаю, запятые. О, отлично. Шикарно. Открыть рот. О, май гад. Ну, давай. Ну он ладно, всегда, он нет. Как Кристен Стюарт будет такой. Отлично, все, мне нравится. Так, главный убор, ну ладно, давай. Неплохо так. Как его? Хотя нафиг мне главный убор. Каска ему нужна. Каска? А, каска отличная, аксессуары. Так, наушники, так, штаны. Штаны мне не нужны, мне нужна лишь... Они для дурачков. Конечно. Ну, правда, борода. Усики. Ну да, кстати, без усиков куда. И обувь, естественно, что же мне еще. Тапочки. Какие-нибудь вон, желтые ботинки. Каски подходят. Ну хорошо, о, вот, окей, смотри, все. Телосложение. Ну не, я буду дрящом, адским дрящом. Все, мне нравится. Имидж нужно как-то. Мужчина моей мечты. Готово просто. Вот он мы, настоящий серьезный мужчина. Идем куда-то, видимо, на работу. К успеху. О, олень. Слушайте, здесь сюжет появился. Нет! Машина! Мы спасли его! Блин! Бог олень придет и спасет нас! За что? Наши булки сжались просто до супер состояния. Даже Винрар так не сжимает, как наши булки. Что значит нет? Ну, давайте да. Короче, в общем, здесь много боссов, много всякого контента дополнительного. Естественно, мы начали с самого начала, ну, гениально, потому что посмотреть хочется всё. Да, ничего не пропустить. Вот, наверное, будет несколько серий. Также у нас еще куплено DLC, вон там плавает. А, это куплено у нас? Да, уже? Я купил, да. Но мы это посмотрим. О, это я? Или нет? Нет. Слушай, они... Ну, похож на меня. Но это не ты. Так, надо вспоминать. Ты, а что, как мы как-то прерывисто перемещаемся, тебе не кажется? Ну, есть такое, вот именно, да. Как-то очень странно, не знаю, с чем это связано. Может быть только релиз. Ну, как-то, это очень странно. Ладно, давайте начинать. В общем, у нас где-то здесь была, помню, пушка. Ой, извините. А ты все разрушаешь. Да, ну, не, как-то... И из них вываливаются оружие. Вот, да, да. Все, я помню. Отлично. Здесь, я думаю, новое оружие. Я вообще хотел, кстати, до релиза показать моды. Ну да ладно, как бы, может быть, потом до них доберемся. Ну не дошло до этого. Не дошло, да. Но здесь без модов, мне кажется, всякой ерунды полно. Явно будут новые уровни боссов, да, этих, охраны. Копов. Да. Вот, в общем, так что давайте потихоньку будем проходить, можно смотреть. Можно ведь свою армию набирать. Да, вот эту точку мы потом отправимся. Сейчас вообще в целом посмотрим, изменился ли остров. Но нам, естественно, надо до этого выбить видно, оружие. Видно, что слон летает, реально, самолет. Слон вроде был когда-то. Да, так, все, вот первый у нас. Первый у нас, помню, были овцы. Овцы, да, вроде. Сейчас посмотрим. Музло прям адово. Всё, они здесь. Все, отлично. Снова с нами. Мусора, уровень 1. Отличный перевод, я могу сказать. Not bad. Вообще, откровенно. Так, Миш, нам надо достать какую-нибудь классную пуху. Что тут музло долбит? Сейчас мы найдем где-нибудь калаш. О, катана. Вот, давайте вспомним. Слушай, что какие? Нам подходят. Они уже здесь, кстати. Блин, ну реально, я не понимаю, что как прерывисто. Сейчас я их разнесу. Ох. Что началось? Так, этот... О, новая пушка. О, уже лучше. Ну да, по сути, ППХ. Все, вы одолели мусоров. Блин, жесть, вы что, вообще прикалываетесь там? Мы не специально. О, а это что такое? Это может быть какая-то игра? Я что-то помню. Не-не-не-не, это сюрприз небольшой. Сейчас я доберусь. Слушайте, дайте я в настройках покопаюсь, посмотрю, что случилось. Фиг его знает, если честно, почему такое. Но это, скорее всего, не бага, а фичи. Не знаю, в чем дело. Ладно, тяжело отслеживать. Так, играть. Мы будем... Но это, по-моему... Кто? Хлебушка. А, хлебушка мне показалась, девушка. Опа. Нормально. Вот это изменение. Хлебушек. От создателей I'm Bread. Так, мы теперь хлеб.
А как нормально? Так, даже как-то непривычно. По-моему, эта тема уже была, но я, конечно, могу ошибаться. Ладно, нам нужно добивать уровни. Углеводы убивают. Да уж. Так, пушки. У нас такая пушка есть. А можно же вроде две. Так, все. Следующий уровень. Я уже, честно говоря, медведи, забыл. Медведи, наверное. А, да-да-да, коп-медведь. Белый медведь. Блин, угла отлично здесь, мне нравится. А что-то выпало, как будто, нет? А, что это такое? А, это катана. А, катана. Ну, катана от ближнего... О, она за спину взяла. О, она... Все, ура. А, она берется вот с шифта. Ой, блин, конечно, это перемещение очень странно. Ой, а мы его не можем атаковать. Как это можем? По нулям, видишь? По нулям. А почему ноль пишется, хотя он атакуется? Все нормально. Так, минус один, минус второй, минус третий. Ничего личного. Еще овцы тоже помогают, смотри, с дубинкой. Все, одолели. Давайте. А людишки-то чем провинились? Сейчас посмотрю. А, ну хотя бы, чуть-чуть, в принципе, дает. Так вызовешь. Так, а вот эту рубеху тоже, по-моему, можно было, да, атаковать, одолеть. Единственное, если она на тебя... Так, коалу нам еще нужно будет завалить. О, конь. И коалу, о, и слушай, слона, а вот мы превратились, по-моему, обратно в оленя, когда это. О, все, я снова олень. Так, какие-то эти плакаты интересные. Да, да, да. Но из пушки ничего нового, походу, не вываливается, да, у нас? Ну, сейчас проверим. А, гренка. Ой, смотри, грена, да. Вот новый, ну, хотя грены порой. Ну, они, она будет постоянно вышвыриваться. Ты что, пусть валяется. Ну, окей. Так, цешечка, кто же здесь интересный уровень будет? А, по-моему, еще, знаешь, из, так, из чего-то, из каких-то ящиков. Так, зайки были. Из гробов, я не помню. Это, по-моему, в другом уже уровне. Да. Ухоходок. Ухоходок. Ухоходок, господи. Так, наступила ночь, очень интересно. Так, где они будут выступать? Вон там, вон, вижу овцы, вон, вижу. Ну, их как-нибудь, ну, сделать, сгреваем. Так, вон с другой стороны овцы. Так, вижу лазер. Это вот пришел с какой заяц. С стороны с этой, да, по-моему? Вон. Ой, они. Или как там его? Сейчас, разнесем. Жизнь у нас на месте. Медведи уже. Калаш. Все. Калаш. Или что, мне показалось, как будто автомат тут валяется. А вон и лазерная пушка. Сложно разглядеть за вот всем этим мракобесием. Одолели. Так, где она? Все, новую пушку. Идеально. Нам подходит. Все, у нас вообще супер бэшечка. То есть вот это, по-моему, был последний уровень копов. Я их так буду называть. Ты уверен? По-моему, да, больше никого не было. Или еще кто-то был. Ну, сейчас это увидим. Так, давайте посмотрим. Пока. А, вот, сейчас будет эта важная часть. Надо его реально сагрить. Я пойду одной ножкой, чтобы было вкусно. Посмотрю, что в DLC. Вот, собака. Вот после этого тоже будет вкусненько, 100%. Так, вот калаш, ты, кстати. DLC хотел. Да-да-да. Стой, а вот это что такое? Что за пушка? Да. ППХ-ка будет валяться, а, калаш. Калаш. Такс, где этот наш... Корабль, да, сейчас мы его найдем. Вон я вижу кнопки для, помните этого, появления ультраробота. Портал, а по-моему, портал открывается будет после того, как мы уничтожим эту собачку. Да, да, так, да. Так, мы, да, почти пришли, по-моему. Вот он, DLC остров. О, точнее, корабль. Давайте посмотрим, что из него можно. Мы по воде ходим. Только как запрыгнуть теперь? Вот отсюда, с такими, конечно, фрезами. Надеюсь, это починит. Блин, как резко он бросается, как с шифта, когда отжимаешь. Он прям просто останавливается в прыжке. Что доступно? Что доступно после... Одоление кого-то, как будто. Блин, нет, тут, видать, какой-то вход был. Оно внутри что-то валяется. Ясно. Так, ё-моё, тут что-то... А, сюда смотри, можно нажать на кнопку оленя. Станьте тигром. Ого. Как вам такое? Доступно после собакин. Истинной концовки. Суши-бомба. Окей, посмотрим. Неплохо. Куалы-гиганты. Сейчас завалим. Так, вот у нас открылся дигл золотой. При попадании в человека их лицо увеличится. Хорошо, сейчас проверим. Так, дальше доступно. Рыба-гигант нужно будет уничтожить. Плохой. Тут две концовки, ребят, внимательно. Так, ну, тигра мы взяли. Есть. А вот что здесь? Вот здесь оленем надо. Но ты уже его профукал, наверное. А что, а это может ускорение? Тут вроде олень. Да, это кнопка ускоряется, Юль. Как мне кажется.
Так, музыка. Ну ладно, оседлать. Пошли тогда кого-нибудь. Мы можем... Серьезно? Или просто в любой момент... Куда... А, вот мы с Карлом... Переместиться. И зачем надо? Это мне? Скажите вообще, что это? Он как бы бычки... То есть я, в принципе, в любое удобное место могу его поставить. Ну, по-быстренькому, так, что... типа, такой переместился. Ну, давай вот его... О, кстати, мне нужно, чтобы этот получить как раз. Так, это жесть какая-то. Нам еще нужны будут люди. Смотрите, что у нас еще теперь. Ой, не, я не хотел умирать. F бросить... А, это сбросить? А как... Как бомба-то? Суши-то кидается вообще? А, вон, да-да-да. Вот да, она, постепенно. Вот она. А взорвать они... вниз... Ну, понятно, такой себе, в принципе, удобство. Здесь нужно принести три животных. Ой. Носорог уже здесь. Да, носорог, корова. Корова. И мы вот. И мы. Корову-то легко можно, на самом корову деле. Корову так стоит. Ладно, пойдем доколебываться до полицейских. Хочется или посмотреть на акуалы. Уровень. Или до акуалы. Боюсь. А, ну да, она такая. Так, человек лицо. Ага, понял. Ну да, в принципе. Not bad, окей. Фан-сервис пошел. Так, ладно, надо так, чтобы она меня не грохнула. Это куда-то надо заныкаться. Так, уходим. Она супер мощная, не забываем об этом. Сейчас она перестанет. Да она нифига не перестанет. Эй, shift, господи. Ё-моё. Жесть, тут что-то случилось у нас адское. Мы на корове летаем. Нам ее так-то довести. Идти надо бы. Ну, походу, она тебя довезет. Да, я даже не знаю. Вот надо просто не нажимать, видимо, ничего, чтобы она спустилась. Тихо-тихо, коровка. Господи, да что ты будешь делать? Адская жесть. Жесть какая-то, реально. Ну-ка, если я отпущу, надеюсь, она упадет. Да, она летит к нам. Все, корова. Корова здесь, пойдем. Только я не знаю, она нужна, не она. Ну, мне стой, кажется, погоди. Ну да, корова. Зачем я на ней еду, если я могу с собой взять ее? Погоди, коровушка. Она живая вообще? Да какая разница, нам нужна просто корова. И все. И этим все сказано. Так, да, корова. Сейчас и посмотрим. И да, мы сюда. Надеюсь, она не улетела. Так, все. Нет, все в порядке. Мы помним, да? Сейчас супер-робот, чтобы быстрее уничтожить этого, как его, товарища... Пса? Куалу? Ее? Куалу, да, эту дурацкую. И нам реально уже пса надо уничтожить. Что-то я не помню, чтобы он так выглядел или так выглядел. Metal Gear отсылка. Ну, как это сказать, не помню. Так, иди-ка сюда ко мне. Сейчас мы тут уничтожим все подряд. Достижение разблокировано. Так, ладно, давайте. Каков урон? Начнем. Так, с кого? Спейс удержание. Нет, спейс мне не нужен. Блин, а как мне взлететь что-то я? Или пробел зажать? Пробел, все. Ну давай попробуем. Да, прикинь. Ё-моё, надо было лететь в какую-то сторону. Блин, под такую музыку бегать я не могу. Мне нравится. Просто. Офигенно. Еще шапочка такая в виде гранаты. Короче, надо поаккуратнее мне заняться уничтожением этого, как его... Этой куалы. Надо просто вот ехать в какую-то сторону. Да, сейчас ей просто начнет прилетать. Адски. Или... Нет! Так. Шевелись, тачка. Господи, да что я с собой делаю? Все, куала лежит. За у нас должен 5 секунд. Дополнительный контент быть. Сейчас еще. А за рыбу летающую. Сейчас мы все тут уничтожим. И рыба будет уничтожена. Сейчас я все тут разнесу нафиг в этом городе. Просто под ноль. Че куала получила? Где там копы? Сейчас мы с копами разберемся. Их даже и не заметят. Сейчас Миша, все. Они сзади тебя. Сейчас. Да мне вообще пофигу в этой штуке. Мне нечего ну, бояться. Просто... Сразу чтобы же следующий уровень копов, даже этот не закончился. Просто ад начался на этой земле благодаря мне здесь. Сейчас мы разберемся. Сейчас. Жесть. Просто такие мелочи прибегают здесь, пытаются что-то со мной сделать. Шансов но у вас мало. У них, да, шансов нет. Так, сейчас эти еще раз уничтожим. Так, а что нам, за что нам еще давали-то? А, за собакина должен какой-то да, доп-контент да, открыть. Сейчас да. посмотрим. И все. За рыбу
летающие. И за рыбу, отлично. Сейчас мы здесь дома уничтожим. Я не помню, что за слона дают. Так, дальше у нас пошли кролики. Сейчас мы и слона доколебемся, и рыбу, по-моему, надо гигантскую еще уничтожить. Да, только что говорила. Сори. Так, хорошо. Так, ой-ой-ой-ой, пошло. Ой, тихо, уже урон пошел по нам, нам это нафиг не надо. Я не знаю, попадаю там по кому-нибудь. Нет, очень долго он перемещается. Либо резко, либо не резко. Так, давай. Кролики тебе дамажат. Все. Сейчас мы их разнесем. Да, они так тебе... Неплохо попали. Целое сердечко снесли. Такс. Все, что ли, тут? Не вижу. А, вон пару медведей еще где-то тут подо мной ходят. Давай, поднимайся. Овцы. Да поднимайся ты, что ли. Какой аппарат? Пипец неудобный. Это жесть. Да, не самый маневренный. Да где ты там? Прямо. Ща. Что-то не хочет он отниматься. О, куда-то попадаю. Все. Ура. Так, а это что? Это вот собакин. Все. Так, одолели. Теперь давайте доколебемся до всего, что тут есть. Самолеты. Я вот не помню с ним. Так, у нас, во-первых, этот. Слон. Только я вот реально не помню. Все, почти уничтожили. Все, смотри, чуть-чуть осталось. Я вот не знаю, можно ли его седлать или его как. Да что-то, какой аппарат стрёмный, просто жесть. Такой наш неудобный. Наш автопром. Да и он лучше, понимаешь, чем вот это. Ладно, давай до рыбы доколебёмся. Я уже не знаю, до кого-нибудь. До рыбы летит, попал. Только я вот не попал. Помню, рыба что-то делает. Она или ртом нет? В нас летит, в нашу сторону. А, точно. Так, что-то она не особо-то торопится, я могу сказать. И ты в нее что-то не особо попадаешь как? Надо поближе. Давай. Видимо, да, до нее пули не долетают. Она куда-то вот пытается смотаться, что ли, или что? Куда-то пошла. Ща. Не уйдешь. Эй, а где урод? Эй, она что, ушла? Просто взяла с экрана, ушла. Да. Вот это да, мы обидели рыбёх. То есть тут нужно по таймингу успеть. Слон не обиделся? Ну ладно, рыбёх можно будет потом посмотреть. Так, слона мы уничтожили. Короче, мне этот аппарат вот просто, честно же, задрал. Он настолько неудобный. И в любом случае с собакином надо сражаться будет не на роботе. Да, только вот... Не знаю, что я добился тем, что я уничтожил его. Пойдём проверять DLC-то. А это что такое? Это наш аппарат, думаю, у входа лежит. Да, пойдем так проверим. Так, коалу мы уже уничтожили. Сейчас чекнем. Что-то явно должно появиться. Такс. Это у нас концовка. Так, возьмем. Коала выпускает луч. Ого! Она, то есть, типа, с нами будет. У нас теперь своя коала. Ого. Вот это ничего себе, она фигарит. Офигеть. Так, а вот за слона, наверное, ничего не дают. Есть еще коала-гигант будущего. Да, это во втором уровне. Но мы сейчас с этим повнимательнее уровню разобраться надо. Так, ладно, что там надо Собакина? Пойдемте до него. Да, рыба, походу. Ну, рыба, если что, потом пощупаем. Не страшно. Так, после уничтожения Собакина мы тоже должны получить какой-то доп-контент. Ну, в плане DLC-шечки. И мне интересно, на втором острове будет ли тоже DLC какой-то такой корабль, который будет давать доп-контент. Написано, что там прям вообще дофига всего накидывают. Так. Ну, это я помню, в принципе. Соединение это. Безумие. Но на всякий случай, мало ли, вдруг что-то добавили, или кто-то забыл. Нам нужно будет... Кто же будет следующий уровень? А... Хотя, это, наверное, максимальный. Мне кажется, больше не будет уровней никаких. Здесь, да, максимум. Так, а чего ж тут надо нам? По его лапе сейчас. А, сносить вот эту защитку. Да. Главное, чтобы нас тут не разнесли. Блин, все такое или вроде тут... вроде еще ронять его как-то. Короче такое. Сначала вроде... кнопки снести надо. Да, по этим. Коала хорошо помогает. По тачкам. Так, сейчас. Стрелять, чтобы открылись. У него, что интересно, ХП тоже тратится. Куда-то я попадаю. Так. Так-с. По ногам еще что-то помню, надо было попадать. Ну это потом, так, чтобы попасть лишь по кнопке. Блин, а вот у меня еще цеплялка. Вот, смотри, ты можешь уже залезть. Ай! Как будто нажал. Я не понимаю, что происходит здесь. Отвалилось, здесь что ли? Здесь такая дичь. Да. Как будто отвалилось. Я из него вылезу сегодня, нет? Все, давайте второй разносим.
Ой, я уже... Не задели, не задели. Да. Так, давайте сносим тачку номер два. Тихо, тихо. Конечно, тут управление адовое, могу сказать сразу. Не то слово. На экране творится... Чуть-чуть он меня задел, мне уже просто пофигу стало. Так, блин, все, отходим. Он сейчас должен, ага, вот такой удар сделать, и мы... Кривокосы, все тут, ё-моё. Давай, 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 еле бежим. Вообще, смотрите, просто анимация работает идеально. Просто... Где... Это... Кнопку не нажали. Что, мне заново, что ли, сносить или ждать, пока... Нет, а, не нет, ждать, нет. Пока он ударит еще раз. Да, 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 да. Ужас, ужас. Тут, ну, я не могу. Эта игра просто... Это какой-то... Шедевр! Ад просто. Ну, я не могу ничего сделать. Как можно нажать? Давай еще раз, бей уже. Так, все, пошел. Самое интересное, что она уже ровно вот... Ну, ну все смотри, в порядке, все должно. Миллиметр в секунду. Но она не дает. Тебе надо перепрыгнуть. Сейчас нажмем. Походу. Так, ну вроде вот сейчас ровно нажали, наконец-то. Ура. Так, пес еще, нужно пес уничтожить. Ну все, сейчас. Я ничего не вижу. Но вы одолели. Достижение достигнуто. Бременские музыканты. Типа куча животных друг на друге. Да, да, да. Так, а что я могу сделать? Забрать. Его может куда-то отнести. А там, слушай, помнишь, что-то нужно к порталу, а я его не могу, его просто колбасит адски. Так, ладно, ладно, то еще заглючит. Пойдем быстренько чекнем DLC. Получается, как видим, нового уровня-то и нет никакого в плане какого копов. Получается, что да. Миш, а вот самолет такой был, да? Мы на нем. Да-да, валялся. Так, с тигра была. Так, давайте кнопку нажмем, чтобы быстрее все дело прокрутилось. Так, Дигл был. Но мы же знаем, что должен после уничтожения Собакина. Да, я помню. Так, пусто, пусто, пусто. Ну, мы же его уничтожили. Может быть, нет. Стой, ну смотри. Да, а, вот, белый медведь. А что не видно было? Закрыто этим. Так, истинная концовка. Истинная концовка. Ну смотри, вот у нас еще белый медведь, только я не знаю, что за условия были. О, ездим на шифте. Так, куал из будущего. Это у нас было... Так. Дигл это мы видели. Так, может здесь что-то еще? Рыба-гигант. Ну, к сожалению, она уже убежала, но это можно будет потом. Что-то, Миш, мне кажется, что нету за уничтожение. Я вроде видел, что Собакина. Или нет, мне показалось? Мне... Я думаю, что тебе показалось. Ну, а это что? Ну, белый медведь только еще. Я не знаю, в честь чего и почему раньше не видели. Ну, значит, все. Теперь мы можем ездить. Так, ладно, пойдем посмотрим к порталу, что там нам нужно. Это что еще? Человек-телевизор. За олень, где-то мы помним, что. Странно. Поздороваемся. Он здесь тоже олень. На нашей олень. Стороне. Ладно, 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 ладно. Ух, ю. О, а мы были медведем. И стали... Он нас перевоплотил обратно. Так, получается, что? Здесь вообще сейчас как бы ничего больше нет. Сейчас проверим, что здесь надо. Так, это кнопочки у нас здесь, да? Смотри, нажато здесь нажато Собакиным. Вот он и как бы нажато оленем, типа все, активировано. То есть осталось... Можем... По-моему, здесь больше ничего нет. Но единственное, вот рыба, но это DLC. Ладно, пойдемте. Ну, как видите, она пропала. Так, путешествовать во времени. Посмотрим. Ух ты, что-то как будто другая заставочка-то. Более возможно. Крутая. Там было как-то квадратиками, а здесь что-то новое. Как-то это было так давно, что я уже... Ух, не... здесь чувствую занятий тоже немало. И вот здесь этот, да, пожалуйста, Миш, вот корабль. Можно будет все это прочекать. Ну, это мы обязательно сделаем. Давайте в следующий раз. Если вы сильно поддержите, то прямо на следующий день выпустим и посмотрим, что же там есть. А на этом пока все. Всем хорошего настроения. Всем пока. Всем пока.